Друзья, всем большой привет! С вами Таня Карен. В данном видео вторая часть посылки, в которой у меня некоторые косметические и уходовые средства, а также биологически активные добавки. Я остановлюсь более подробно на данных продуктах и покажу их составляющие. Также смотрите мое предыдущее видео, в котором я рассматривала съедобную часть данной посылки. Ссылку я оставлю в инфобоксе, поэтому, кому интересно, пожалуйста, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Бесцветное отшелушивающее средство для кожи губ от компании Elf Cosmetics. Данный скраб нужно наносить перед применением бальзама или помады. В состав входит витамин Е, масло ши, также масла авокадо, виноградной косточки и жожоба, которые, как известно, питают и защищают кожу. Данный скраб мягко отшелушивает сухую кожу губ и оставляет сладкий вкус, а также ощущение гладкости. Я использовала данный скраб. Наносить его нужно на сухие губы, нежно скрабируя. Дальше с помощью смоченного ватного диска аккуратно удалить скраб и завершить уход, то есть нанести бальзам или блеск для губ. Вот так вот выглядит данный скраб. Внутри косточки винограда и жожоба, ну и масла, которые отшелушивают и увлажняют губы перед использованием уже помады. Очень хорошие отзывы на сайте. Присмотритесь. Прекрасный и удобный стик. Бестселлер на iHerb стик с витамином Е от Reviva Labs. Это очень удобный стик, так как его можно использовать как для губ, так и для области вокруг глаз. В составе бальзама витамин Е и алантоин на основе натурального пчелиного воска. Он увлажняет, успокаивает потрескавшиеся и сухие губы, а также одновременно защищает от воздействия ветра и солнечного излучения. Его можно наносить как поверх помады, так и под нее, а также под глаза. Гель для умывания от Beauty Without Cruelty с 3% содержанием АХ-кислот. Это пробник, здесь 59 мг в тюбике. Заказала попробовать, так как очень хорошие отзывы для тех, у кого кожа склонна к высыпаниям. Удобный, потому что его можно попробовать или брать с собой в путешествие. Поскольку моя кожа склонна к воспалениям и высыпаниям, а также к их последствиям в виде неровного рельефа кожи и пятнышек, активно хочу использовать в осенне-зимний период уход с кислотами. Этот гель, как написано в отзывах, достаточно нежно очищает кожу, кожа не повреждается, не краснеет, кислоты в составе позволяют очистить кожу глубже, чем обычные средства, поэтому попробую, а дальше уже буду решать, брать ли полный объем данного продукта. Следующий бестселлер на iHerb – это дезодорант Crystal в виде дорожного стика. Здесь 40 грамм такого вот кристаллика. На сайте неоднозначные отзывы, и я давно присматривалась к данному продукту, решила все-таки попробовать с дорожного стика и скажу, что он работает. Не знаю, как в летний период, но сейчас он действительно работает, защищает, то есть обезвреживает бактерии и при этом не оставляет следов. Он вот такой вот небольшой, практически при использовании не уменьшается, поэтому его хватит надолго, вот такой вот камушек. Уже заказала полноразмерный продукт для мужа. Пока мне это очень нравится, посмотрим, что будет дальше. Это природная защита, то есть этот дезодорант изготовлен из природных минералов, солей, которые предотвращают запах пота, создавая невидимую защиту, то есть преграду для вызывающих неприятный запах бактерий. Вот так вот. Плоды Витекса от Natural Way 100 капсул по 400 мг. Это также продукт, который входит в бестселлеры на сайте iHerb. Я заказала этот препарат как замену мастодинону, бюджетную, которая идет цена в 3 раза дешевле, при том, что дозировка здесь больше. Данный препарат нормализует соотношение женских гормонов. Плоды Витекса, а еще их называют авраамовое дерево или прутняк обыкновенный, внесены в список лекарственных средств, которые нормализуют гормональный фон. Витекс священный одобрен к использованию в качестве биологически активной добавки, но и входит в состав ряда препаратов, которые продаются у нас в аптеке. На вид это вот такие вот небольшие капсулы зеленого цвета. Они без запаха и глотаются легко. Ну и, конечно же, о воздействии на мой организм конкретно этой добавки пока не могу ничего сказать. Пить его нужно 1-2 капсулы в день и длительно на протяжении минимум 3 месяцев. Поэтому, возможно, по прошествии данного срока я вам расскажу о воздействии данного препарата и поделюсь своим отзывом. Можете почитать пока на сайте, очень много отзывов и информации. Друзья попросили заказать омегу-3 от Madre Labs. Это премиальный рыбий жир, 100 желатиновых капсул. Рекомендуется принимать омегу-3 систематически, так как она обладает антиканцерогенной и противоопухолевой активностью, снижает вероятность возникновения различного рода заболеваний, которые связаны с отложением холестерина, а также замедляет процесс старения организма. И рекомендуют принимать данную добавку, например, 3 месяца принимаете, 2 месяца перерыв и так далее. Это бюджетная омега, компания Madre Labs, это компания сайта iHerb. Заказала маме комплекс глюкозамин, хондроитин и MSM от Dr. Best 120 капсул. Здесь в составе идет MSM, то есть сера, глюкозамин и хондроитин. Очень хорошие отзывы на сайте. Я пересмотрела очень много препаратов с данными компонентами и решила остановиться на данной компании. Глюкозамин незаменимый при болях в спине и суставах. И он, в отличие от других углеводов, идет не на получение энергии, а на формирование соединительной ткани организма. Уменьшает также мышечную утомляемость и полезен людям с проблемами абсорбации питательных веществ, потому что именно недостаток глюкозамина ведет к такого рода проблемам. Он необходим женщинам в пре- и постклиматический период, и в комбинации с МСМ глюкозамин существенно облегчает боль в суставах. Сейчас открою, покажу, как выглядят капсулы. Здесь 120 капсул. Принимать нужно по 2 капсулы в день, то есть хватит на 2 месяца. Я знаю, что быстрых результатов ждать не стоит. Это препарат медленного, но уверенного действия. Эффект может появиться только через 2 или 3 месяца, а может даже и позже. А также пишут, что если у кого проблемы с позвоночником, то пить нужно там чуть ли не 7-8 месяцев. Вот так вот выглядят капсулы, такого белого цвета, внутри порошок. Я знаю, ранее покупала маме такого рода комплекс от 21-го столетия, то капсулы были цельные. Мама пропила где-то 2 месяца, в принципе особого результата не заметила. Вот, решила остановиться на данном препарате. Он, конечно, идет дороже, но отзывы намного лучше. Также на сайте есть упаковка в 360 капсул. Она самая выгодная по цене и количеству, но в этот раз ее не было уже более 1,5 месяца, поэтому заказала вот 120 капсул. Ну и в заключение скажу, что еще я положила в посылочку. Это сменные картриджи для моей зубной щетки. Я их постоянно покупаю, удобно заказывать, так как не нужно брать целую зубную щетку. И на этом я буду заканчивать свой обзор. Скажу всем большое спасибо за просмотр. Заходите и подписывайтесь на мой канал. Я буду ждать вас в новых видео. А также отмечу, что спонсором моих видео является мой код на скидку первому покупателю. Это код, который первый покупатель может ввести в корзину и получить скидку $5. Также сейчас на сайте действует промокод Welcome 10, который вы вдобавок также можете ввести в данную графу и получить 10% на весь заказ. Поэтому обратите внимание. Заходите ко мне в гости в Instagram, подписывайтесь и до встречи в новых видео.